Вы знаете, если мы понимаем, что Господь к нам пришел и показался, явил нам себя, то идти за Ним как бы естественно, правда? Если мы как-то фантазируем и думаем, это Он или не Он, это другое дело. Но если ты точно знаешь, что Он к тебе пришел, ну, что тебе мешает? Или что может быть более важным, чем это? И вот по поводу верности, много говорили и о новомучениках, и о замечательных примерах. Но вот меня тоже поразил современный пример, когда несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки в школу ворвался террорист с оружием и зашел в класс и говорит, кто из вас христиане? Один мальчик встал, он его застрелил. Кто еще христиане? Второй мальчик встал. И так несколько человек, уже зная, что будет за то, что они скажут, что они христиане, они встали. Вот я думаю, что Господь их тоже, что они тоже верные. Вот они верные. И вот дай нам Бог иметь силы в какой-то, ну, может быть, не в такой экстремальной ситуации, дай Бог нам избежать такой экстремальной ситуации, но чтобы быть верными по-настоящему. И последняя песня Михаила Володина про Жанну д'Арк. А можно немножко язык какие-то очень глупые? Ага. Всех врагов разбил.